Друзья, привет, с вами Джокер. Я тут молчу, короче, затаил дыхание. Посмотрим, что будет. 60 лор, друзья. Жесткий замок по мне будет бить. Не знаю вообще, что ожидать. Не знаю я его процент. Ну, 5400 уровня не так страшно. Мы попытаемся принять. У меня есть подкрепление. Ребята меня укрепили. Гриша, Варяг и Райни. Но их удивительно немного. 9 человек. Так что я думаю, что нормально все должно быть. Так, ну что тут со мной случилось? Нормально, друзья, выстоял. Отпало не так и много. Так. Будем сразу же лечиться пока на паузу. Или не, даже на паузу ставить не буду, друзья. Так. Может, еще раз сюда. Так, быстро встаем обратно в оборону. Так, что еще сборчик пошел? Это кто такой? Еще один 60-й лорд. Ой, друзья, не знаю, кто такой-то. Сколько их будет? Так, 9 зашло. Пятьдесят четвертый Джао Юнь. Четыре шестьсот. Пока не страшно, друзья, пока не страшно. 5100. Пять сто. Палатки у меня 5900, все нормально. 5400 сбор, еще один. Принимаем, друзья, посмотрим, что сейчас будет. Триста двенадцать осталось у меня. В этот раз посильнее прилетело. Но тут и проценты посерьезнее. Вот как-то так, друзья. Подробно что-то могу для вас сделать, если будет нужно. Ну, а так вроде удачно КВК у меня пошло. Сейчас посмотрим, что по сундукам. Я еще карту включал. Четвертое место выбил себе. Ну, неплохо, считаю.
Блин, аж настроение поднялось, друзья, вообще офигеть. Рад. Так, попозже отчетики глянем, надо щит надевать. Так, друзья, все, короче, сами увидели от первого ралли, сколько я потратил очищенного железа, на второе я еще потратил 50 тысяч. И у меня, короче, все железо кончилось, естественно, щиток я надел. Спасибо огромное ребятам из моего альянса. IFC помогли, естественно, закрепили. Давайте разберем отчетики, посмотрим, что вообще, как по мне тюкнули. Два было ралли, это первое, это второе. Кстати, защищался, друзья, увидели, на орле. На орле, ну, под, в торопях под первого ралли я включил все навыки орла, так бы мог сэкономить еще 500к во втором ралли. Так, смотрим, что здесь у нас. Давайте сразу сейчас посмотрим сборщика, именно сколько его войска убивает, какие молитвы у него. Так, щиты 10-е, полтинник, щиты 12-е у нас что? Не максимум, но нормально, тоже 40 с лишним, снижение 48. Паладинчики у нас, я так понимаю, не качанные. А нет, по 75 главные навыки. Так, телега, кони. Где кони? Слоны. Грифоны по 75, нормально. Т-11 кавалерия тоже хорошо себя показывает. Т-12 сейчас хуже, друзья, стал убивать вообще в сборах везде. Так что я даже вам не советую ее молить. Лучники неплохо. Неплохо, лучники. Так. Много он послал Т-11 лукарей. Вообще много на них. Прям упор у него был. Ну и телега. Мало убило. Хорошо, сборщик был не очень, ну, сильный, но не очень опасно. Это меня спасло. Так, друзья, давайте сейчас вниз полистаем. На паузу нажму, посмотрим, как мои войска себя проявили. Так, друзья, смотрим. Я отражающий. Здесь у нас орел, сельма. Пошла подушка из мелочи пехотной. Я ее немножко оставил вообще. Построил я щитов, кстати, улучшил до 30-ки. Уже все молитвы им сделал Т-10, чтобы лучше мой замок держал удар. Дальше. Паладинчики, смотрите-ка, убивают по чуть-чуть совсем, понемножечку. Так, тележка убивает. Т-9 даже чуть убила. Дальше у нас Т-11, Т-12, точнее. Кони понемножку всех видов. А вот стали меня раздражать мои Т-11 пехи. Я их так молю долго, они что-то вообще хуже и хуже стали становиться все работать. Кавалерия хорошо. Грифоны отлично вообще, умницы мои. Хорошо себя всегда показывают. Т-11 кони тоже нормально. Интересно, лучников я не выводил из замка. Давайте посмотрим, как себя пегасы лучники показали. Пегасы. Так, 575 сразу упали. Здесь тоже упали. Я их выводить не стал. Луки. Угу. 10-е луки убили 9000. Т-12 лучники, друзья. 88 убили, 218 умерло. Броня лезвия лучники убили в щитах. В лезвии тоже убили немножко. Так, арбалеты что у нас показали? Ну, такой себе результат, друзья, конечно. Ну, в целом считаю нормально. Я думаю, что если бы я не вывел бы лучников, то хуже было бы моим войскам. Пофигу, пусть они тут останутся. Хуже было бы, если бы лучников не было, мне кажется, потому что бы сильнее на пехоту бы накинулись. Так что считаю это нормально. Дальше, кто меня крепил здесь у нас вояк? Подкрепление у него. Так. Грифоны хорошо вообще, отлично. Ой, это не вояк, это Гриша. У него сильный замок, да. Так, здесь Райни. Тут, естественно, я уверен, что она много убила. Да, отлично. Все виды у нее грифонов, Т-11 коней и щиты. А вояк сколько убил?
Ну, не густо, так скажем. О, вот, ну убили немножко, да, у него грифоны. 81 тысячу. А вот пегасы 126 тысяч вообще здесь лишние были. И бронелезы, и пегасы тоже. Ну, хотя они даже убивают что-то. Лучники тоже бесполезные оказались в подкреплении Т-12. Все, три подкрепления, друзья. Это был первое ралли, теперь у нас второе ралли. Оно посильнее ударили. Проценты смотрим здесь. 627, база на пехоту есть. Дальше. Атака кавалерии 1500. С лишним здоровье, урон хороший. Шансы критов есть. Сами криты есть. Полученное снижение критов есть также. Урон при нападении 269. Снижение 220. Против моих урон при нападении 264, снижение 224. Смотрим. Молитвы сборщика, друзья. Так. Джао Юнь. Синий дракон. Молитвы пошла. Пехота Т-12. Почти фул. Отлично вообще. Паладины фул 80, друзья. Отлично. Тележка Т некачанная. Ну, она и не особо здесь нам нужна. Пехи фул Т11. Крутой вообще чувак. Дальше. Грифоны. Фул, друзья. 80. Мощно вообще, мощно. Т11 тоже практически фульная пехота. Пегасы тоже фул. Лучники. Два фул навыка. Так, Т13, слава богу, не замолено нормально. А то бы развалились мои грифончики здесь. Т11 арба, 60 главный навык. Тележка мало убивает, хорошо. Хотя замолено неплохо, но мне кажется, то, что лучников в замке оставил, поэтому тележка так не накидала. Ну и подкрепление ребята дали хорошее. Листаем ко мне вниз. Так, все, мы на месте, у меня в замке. Я здесь уже тех подкрепления. Смотрим Сельма. Орел, не забывайте, у меня был. Пошла моя пехота, подушечка полетела. Так, что у нас еще было? Здесь паладинчики даже умерли у меня. Почему-то 1000 куда-то она ушла в загул. Тележка-то 9-я. Т-11-я тележка. Т-12-я, точнее, что-то даже убило. Неплохо. Дальше пикинеры пошли. Т-9-я. Супер вообще. 500к снесли. Т-11-я. Ну, 400, броня лезвия еще в сумме по 200, 400к. Ну, нормально здесь, 800 тысяч убили они, только пехи. Дальше кавалерия пошла. Грифоны нормально, 224, 179, 151, хорошо. Броня лезвия Т-11-х коней также хорошо себя показала. Но здесь было больше телеги, посмотрим, что тут лучники сделали у нас. Кони опять отлетают, но есть в них смысл, что я их оставил. Мне кажется, не оставил бы, хуже было бы замку моему. Лучники мало убили. Ну, пойдет, короче, для сельской местности, друзья, нормально. Арбалеты снова отлетели в ноль все. Не держат они удар, друзья, не держат. Напоминаю, у меня и здоровье у них хорошее, и урон есть, и снижение получаемого урона. Вроде все есть, но не живут, к сожалению. Так, тележка, броня, лезвие накидали по чуть-чуть, тоже хорошо. Подкрепление, что тут у нас? Первый Гриша, отлично. Грифоны вообще, как у себя дома работают. Дальше Райни, также отлично. Грифоны, умнички у нее, все хорошо. Варяг здесь, в этот раз тоже нормально бил. Дальше Батя зашел. Батя не густо снес здесь. Почему посылают с рыцарем смерти? Т-11 арбалетчиков. Это так и останется тайной. И почему-то скат. Странное, конечно, подкрепление. Ну, это уже дело бати. Вот как-то так, друзья. Все, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ваше мнение туда-сюда, там, тудым-сюдым. Что думаете? А я буду продолжать качать орла, развивать свою оборону. Ну и дальше радовать вас видео, друзья. Все, всем спасибо. Не забывайте, друзья, что у меня
На канале есть спонсорство, вы можете поддержать прямое развитие моего замка, и я стану сильнее. Ну а также есть группа в описании канала. Заходите, ознакомьтесь, и дело за вами. Все, спасибо, друзья, побежал.